Бау-вау-вау, епи-йоу, епи-ей, мадафака, ты ловишь волну пиратской, запрещенной на территории всей галактики, но образовательной радио Лос-Сантос. Мы вещаем прямиком с западного побережья. Это Калифорния, это Сан-Андреас. Меня зовут Си-Джей, и я приглашаю тебя, брата, сестра, в трип по моему городу. И вполне возможно, ты подхватишь немного уличного сленга. Let's go. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Йоу, я только-только приехал из Либерти-Сити в Сан-Андреас, на радостях сделал себе отличный фроу и поехал за своей любимой курицей. Но тут ситуация, my man, my bro, Райдер хочет бесплатную курицу. Man, same old CJ. Straight Buster. Busta Rhymes is in effect, Shadid is in effect, Five Diddy Dog is in effect, check the rhymes and give me my spec, nigga. На-на-на-на, это не тот Busta Rhymes, о котором ты подумал. A Busta — это сленг. A Busta — это обломщик. Представим себе, что вы с ребятами договорились наконец-таки выбраться в пятницу вечером покуролесить, но за 2 часа до мероприятия звонит Толян и сливается. Here we go again. Толя, you're such a buster. Началось, поехали. Толян, ты такой обломщик. Йоу, Толя, запомни, братан превыше чикс. Cap your ass and your ass. You want some too? Ice cold, baby. Слушай сюда. Не грози Grove Street Families, попивая сок у себя в Саратове, потому что бати Big Smoke и CJ will smoke your ass and it... Ice cold, baby. Iced out, no stylist, new Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, Иди отсюда, Сэм, даже белые знают, что ice — это лед. Йоу, в этом-то вся и проблема. Белые не умеют прыгать. Ice — это брат с двумя концами. Во-первых, как в этом примере, используй ice, когда ты хочешь сказать о том, что хочешь убрать какого-то человека. Например, man, that guy was running his mouth so much, he had to get iced. Йо, тот парень слишком много болтал, поэтому пришлось его убрать. Или же второе значение, как было в песне выше, ice — это сленг про бриллианты. Например, ты наконец-таки смог позволить себе грилзы, пусть и самые дешевые. Приходишь в класс, и Татьяна Михайловна выдает. Йо, Вася, I see you got some game, that's some nice ice you got. Йо, Вася, я вижу, ты сечешь. Неплохие у тебя камушки. В смысле? Ты все еще думаешь о том, что белые не умеют прыгать? Да расслабься, зато вы делаете отличный кей-поп. Минутку внимания. Немного хип-хап истории, мальчики и девочки. Райдер — это герой, срисованный с легенды этой культуры, мистера Изи-И. Изи-И — это идейный вдохновитель и лидер легендарных и неповторимых NWA. Давай, поздоровайся с батей. I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Yeah. Hey, homie, what's up? The Leo coin or Dio, homie, that's Dio, home, not Dio, homie. Pal, buddy, cuz, bro. Я сказал pal, buddy, mate, cuz, bro. Так я называю тех, кто садил лайк этому ролику еще до самого просмотра. А те, кто подписался на канал, мистер Си Джей величает homie. Смотри, homie — это homeboy. Homeboy — это твой друг с пеленок. Получается, что homie — это твой бро. Йоу, Блиц. Тупак или Бигги? Сан-Андреас или Вайс-Сити? Горбатая гора или мохнатый склон? Look at this nigga, he задумался на секунду, ты попался, хотя я тебя не осуждаю, потому что братан превыше чикс, как ни посмотри. Freddy, I've come for you, you motherfucker! Hey, Low, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. Hey, Low, hold up.
Hold up, wait a minute, all good, just a week ago, crew at my house, and we party all weekend, so... Йо, давай разберем этого брата на примере. Представим себе ситуацию, что подруга наконец-таки вытащила тебя на утреннюю пробежку for that ass girl. Вы бежите уже 15 минут, и ты выдаешь. Hold up, girl, who you think you're running with? Usain Bolt? Есть идеи? Давай тогда на другом примере. ТЦ, вечер, никого нет, вы идете с другом, но вдруг проходит мимо парень с кепкой на нос, ты паузишься и выдаешь. Hold up, wait a minute, was that Drake just now? Бинго, это я называю самостоятельное образование. И нет лучше хоуми для этого, чем Puzzle English. Кстати, переходи на сайт по ссылке вверху или внизу, и там тебя ждет самый разнообразный став в Рунете для самостоятельного изучения English. У Бро Си Джея есть для тебя отличный подгон. Внимание! Если ты напишешь в комментарии все названия треков, которые я сегодня исполнял, свою электронную почту и подпишешься на канал, то я подгоню тебе год бесплатного Puzzle English. В следующем ролике мы выберем случайного победителя, это будет один, поэтому go to the comment section below, my man. Hey, get your dirty hands off my sister. Oh, what is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabron. So chill the fuck out. Ну что, легендарное дерьмо, да? Chill the fuck out, говорит Цезарь Вилла-Лапонда. Охлади трахани, говорит Диман из Саратова. Йоу, мы уже не гоняем на четвертом пентаке, поэтому все отлично знаем, что эта фраза — это chill out, что переводится как «расслабься». Но I gotcha, homie, лови аналог этого дерьма. Slow down. Ты, например... Зеленоглазая, темноволосая, чуть выше 1.70 м, секси леди, можешь мне сказать? Yo, Sam, slow down, the girl ain't ready for the черный мустанг. Я не буду тебе это переводить, а лучше при встрече нашепчу тебе это на ухо, секси леди. Ну что, черный мустанг выехал. Hey, girl. Ты умный или дурак, который раззвонишь?